Всем привет! Мы на канале Дед с Фабричного. Сегодня я попробую, я еще не решил, буду думать. А где косулятина? Кровища от сегодняшних утренних вот фазанчиков. Здесь печеночка говяжья. Здесь я косульку вот нашел, чуть-чуть вымочили. Жир говядины, это козлятина, это кусочек говядины. Я сегодня попробую приготовить так фазанчиков фарширую, по-моему, косулятиной. И будет еще у меня, наверное, чебуреки мини. Так, мука замешивается на теплой воде, яйцо и масло. У меня вон есть какой наворот. Какой наоборот еще сейчас. Я скоро профи стану. Кабак открою скоро. Блин. Так. Добавили муки. Ну, погнали наших городских. Уже брендом стал. Погнали наших городских. Молодость бурная. До такой консистенции доводим и оставляем. Да, там еще, кстати, соль добавлял, то может в кадр не попало. Оставляем на 30 минут. Вот у меня есть две насадки на мясорубку. Я сейчас буду думать, какой. Попробую с той сделать начинку для фазанчика из косулятины. Будьте с нами, смотрите, что будет. Четыре луковицы. Вот видите, измельчил ножичком. Все четко так. Раз. Добавляем. Присаливаем наш фарш. Немножко перчику даем. Все на глаз, господа мои. Все на глаз. На глаз. Солим, перчим, все. И замешиваем. Ну, здесь килограмма два фарша. Ну, тут еще и вот они будут. Курочки же еще буду я фаршировать. Присаливаю тоже тушки фазана. Пусть стоят. Никогда не думал, что начну тестом заниматься. А вот решил порадовать своих. Вот приходится. Тут же еще у нас еще одна новая, как приблуда или как. Вот. Мини будут. Чебуреки, будьте с нами. Да чего, да шум прогнать. Все по старинке. Только мы местами поменялись. Замотало. Два получилось. Так, теперь вот так. Вот так. Нет, как мы делали, вот так надо делать. Чик. Хоп-на. Фаршируем наших фазанчиков.
Вот что мы имеем. Затаили дыхание. Ответственный момент. Так, вытаскиваем все мои эти шарики. Целые. Все целые. Оп. Это сейчас опять замесим. Оп. Сейчас будем опять катать. Сила есть. Мозгов не надо. Так. Хоп. Смотрите, как все. Я уже сделал там 4 штучки, примерился, сколько мяса ложить. Хоп. До чего дошел прогресс. Бомбари, ракеркуду. Вот так вот. Учись, студент! Кто не работает, тот ест! Шоп, смотрите, тут хоп, тут вообще конвейер. Конвейер. Хоп. Нет, обязательно, вот смотрите. Я вот понял, в приблуде это надо хоп, вот так поджать. Слегка. Раз. Потом хоп, хоп, хоп. Посмотрите, что получается. Джик! Там посидел. Уже три стула поменял. Не говорите, я напишу. Фарш. Он чуть-чуть у нас осталось. Мы сюда просто импровизируем, делаем котлетки. Просто добавил укропчика. Немножко. Всем привет! На улице дубак. Да где ж дубак? Вы ну чё? да, у нас плюс 20 по вон, заказу. Посмотрите, живой огонь, разжигаем, казанок, все дела, все четко. Прогреваем, масло заливаем. Вкладываем подушку. Наши пожарчики. Душа моя, на три вещи человеческие глазки устанет смотреть. Огонь, воду и как работают другие, да? Да, я ничуть не устала. Я тоже думаю, ты уже свое отработала. Слегка лук-соль присаживаем. А в это время у нас еще жарятся котлеты. У нашего деда 10 рук. Да только здарайка одна у меня. Больше мне не надо. Немножко тороплюсь, там казан разжег. Уже масло греется. Поэтому подушечку вот эту быстро выкладываю.
Из картошечки, морковочки. Картошку тоже с морковкой присаливаю. Тут все как положено. Масло чуть-чуть пошевелим, чтобы равномерно прогрелось. Так, вот наши фаршированные курочки. Я их хочу обжарить, чтобы потом в афганский казан запулить. Так, хотел как сделаем как обычно. Мне вот это вот шокотерапия, обжарка, очень понравилась тем, что вот этот шоковый удар или что, я не знаю, но вот у нас холодно. Ну нет, плюс 20. Она удаляет посторонние запахи. Все равно в дичи специфический, ну не посторонний, а такой специфический запашок присутствует. Вот, а этот рафи, да, ничего нету. Оп, видите, костер. Блин, по-моему, без афганского казана надо было сделать, а? Меняются планы. Так. Не в афганском буду доделывать, а в обыкновенном казане. Почему-то я так захотел. Берем. Посмотрите, какой вид топлива. Греем, жарим, парим, варим. Всю заготовку, что я делал в афганском, она вам промариновалась хорошо. Выкладываем. Так. И теперь берем наши курочки. Просто накрываем, чтобы они томили. Тут вот с фарша немножко лучок вышел, мы его слегка убираем. Так, мини чебуречки. Первый раз! Посмотри, красота какая! Лишь бы на вкус они тоже были. Ну что, милые мои? Первый раз! Первый раз!
Еще самое главное, посмотрите на физике. Маслу даем немножко печь. Так. Ну что. И выкладываем. Хопля! А какой сам довольный. Первый раз. Я никак не смог удержаться. Шикарно, я тоже попробовала, очень вкусно. Сам, первый раз. Все от и до. Рулю. Вот один он гигантский попался. Будьте с нами! Сидяк. Горит. Главное, чтобы... Костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. У меня на канале все по-честному и без обмана. Будьте с нами. Блин, правда, так удали. У Сулеймана все без обмана. У мошенника Андрея все по-честному и без обмана. Зелье приворотное или что-то добавил? Шпирт! Все ясно. А я думаю, что льет? Надо снять быстрее. Все за мной. Я уже, наверное, шестой жую. Вкуснятина. Господа, посмотрите, красота какая. Как, братья, вы видали, сейчас первая партия ушла. Я сам в шоке от мини-чебуреков. Теперь мои летние заготовочки, посмотрите. Укропчик. Это как ее? Я вот это. Петрушка. А вот это вот мята. Мята. Посмотрите, фазанчики какие, посмотрите. Все для царей. С любовью сделано. Во благо. Вот меня, я вас всех люблю. Будьте с нами. Ну что? Прошу. Любить и жаловать. Мы берем вот так вот наших петушочков в стороночку, с краешку. Берем картошечку. Так. О! Будьте с нами. Ну что, господа, разгрузочный день у меня сегодня. Вот на курятине. Вот Ильдар Вильевич постоянно тоже вот вы говорите, ну не кушает человек. Но ну, всегда твою отмашку ждет. Да, отмашки мы сидим. Котлетки. Ладно, они хотят. Смотрите, господа. Будьте с нами. А ту сторону края, там сливы нет.
Это гости Радомира. Детский смех, шум в доме — это радость.